Здравствуйте, меня зовут Исам Мустафаев, я актер, очень люблю кино и очень люблю сниматься в кино. Меня приглашают на роли героев, романтиков, поэтов, на очень сложные драматические роли. Я недавно сыграл 16-летнего школьника, у которого умерла мама, и он одевает женскую одежду и становится своей мамой. Еще он владеет горловым пением. Системой Станиславского, Ивана Чабок, Чехова и другими актерскими системами. Он скромничает и не говорит вам о том, что мечтает сыграть роль Иисуса Христа, и вообще ему подвластна практически любая роль. Спасибо за внимание и прошу прощения, если он был немного нескромен. Удачи вам. До встречи.